70 тысяч рублей за сдачу экзаменов и получение зачета. Так преподаватель одного из факультетов Чувашского госуниверситета решил облегчить жизнь студентам и подзаработать. Но не вышло. Прокуратура Московского района Чебоксары направила в суд уголовное дело. По версии следствия, одну взятку в размере 40 тысяч рублей он получил еще в июне 2018 года от студентки за фиктивную сдачу экзаменов по дисциплине фармакологии. Второй эпизод получения взятки состоялся в мае 2019 года, когда он получил денежные средства в размере 30 тысяч рублей от другой студентки за погашение академической задолженности, сдачу зачета, а в последующем экзамена по тому же предмету. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой для рассмотрения по существу Московский районный суд города Чебоксары.